Здравствуйте, на государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Делегация Западной Армении посетила Арцах. Граница Арцах-Азербайджан около Шуши. Принята резолюция о необходимости признания Арцаха начала новых реалий. Араик Арутюнян. Поиск пропавших без вести и обмен пленными являются приоритетом. Премьер-министр Республики Армения. Фонд Азнавура отправляет гуманитарную помощь в Армению. Делегация во главе с президентом Республики Западной Армении Арменаком Абрамяном 24 ноября с трехдневным визитом посетила Арцах. В состав делегации входит спикер парламента Леонардо Басмаджан, заместитель министра обороны Сурен Шаумян, депутаты Национального собрания Западной Армении. Спикер парламента в Степанакерте передал депутатский мандат Акопу Акопяну. В рамках визита делегация провела встречи с политическим руководством Арцаха, в частности со спикером Национального собрания НКР Артуром Товмасяном, депутатами правящей партии, представителями неправительственных организаций, а также с представителями общественной. Во время посещения Арцаха делегация Западной Армении сняла текущий участок границы между Арцахом и Азербайджаном на окраине Шуши. В нынешней неопределенной ситуации отсутствие окончательного уточнения границ ставит под сомнение безопасность единственной действующей дороги, соединяющей Арцах с Арменией. Конечно, присутствие российских миротворцев обнадеживает, но строительство более безопасной дороги, соединяющей Арцах с родиной, крайне необходимо. Президент Арцаха Араик Арутюнян прокомментировал принятие Сенатом Франции резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха. «Приветствуем принятую Верхней Палатой Парламента Франции Сенатом резолюцию о необходимости признания Республики Арцах. Выражаем глубокую признательность сенаторам, всем лицам и организациям, благодаря усилиям которых стало возможным принятие этого исторического решения», написал Арутюнян на своей странице в Фейсбуке. По его словам, примечательно, что в числе других важных пунктов принятой резолюции Сенат осуждает развязанную 27 сентября против Арцаха, Азербайджана турецкую военную агрессию с участием наемников-террористов и призывает власти Франции принять всевозможные меры для обеспечения восстановления установленных в 1994 году границ, которые, по сути, были закреплены в бессрочном трехстороннем соглашении о прекращении огня, подписанном Республикой Арцах, Арменией и Азербайджаном. Поиск пропавших без вести во время войны в Нагорном Карабахе и обмен пленными являются безусловным приоритетом правительства Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян. «Мы работаем над этими вопросами в ежедневном режиме. Основная сложность заключается в том, что эффективность этой работы, к сожалению, зависит не только от нас. Работы по обеспечению социальных гарантий для семей погибших, лиц с ограниченными возможностями и других групп, пострадавших от войны, в нашем первоочередном списке», подчеркивает Пашинян. При посредничестве партнеров фондом Азнавур было собрано более 35 тонн гуманитарной помощи для отправки в Армению. Как передает Арменпресс, фонд Азнавур сообщает, что часть этой помощи будет отправлена 27 ноября самолетом, арендованным правительством Франции в рамках объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном гуманитарной помощи. Армения всегда занимала особое место в сердце Шарля Азнавура. Он стал символом людей, выживших после землетрясения в Гюмри, всегда находясь рядом с армянским народом и в самые счастливые, и в самые грустные моменты. Фонд Азнавур продолжает реализацию гуманитарной миссии и видения артиста. Мы также поддерживаем армянский народ в эти трудные времена. Благодаря усилиям наших друзей и партнеров фонд собрал 35 тонн гуманитарной помощи, которая будет отправлена в Армению при поддержке президента Франции и правительства, сказал Николя Азнавур, соучредитель фонда Азнавур и председатель попечительского совета. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Ваграм Тадевусян «Зартир Ляу». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.